Ведущим и организатором мероприятия в парке Сосенки выступил участник местного отделения движения «Первых» Матвей Долтов. Такие поэтические встречи Матвей устраивал и в театральной студии, где занимается сам. Теперь решил выйти на большую сцену. Есть еще острова одиночества мысли. Будь умен и не бойся на них отдыхать. Там обрывы над темной водой нависли. Можешь думать и камешки в воду бросать. Принять участие в поэтическом вечере могли ребята из школ и творческих студий округа. Отозвались люди, действительно нашлись ребята, которым интересна поэзия, которым нравится выступать на сцене, которые ждут возможности снова и снова попробовать себя вот в амплуа актера, показать свои таланты миру. Мне еще отроду нету году, ягненок говорит. Так это был твой брат. Нет братьев у меня. Со сцены звучали стихотворения поэтов Серебряного века, басни и, конечно, творчество Александра Сергеевича Пушкина.